Лада Гранта. Заглохла, на холостых работала и заглохла. Есть подозрение, что порвался ремень, потому что они датчики все попеременяли. Я Вадим. Ставьте палец вверх, если вам нравится, и подписывайтесь. Поехали. Так, все, сейчас снимаем вот эту крышку. Так, вставляем вот такой удлинитель, сделали длинный, и крутим. А, ну вот, вот нет зубьев. А, вот три есть, потом три нету, и все, дальше вроде все, вот нету зубьев, короче. Они, вот они, прям отрываются. Ну все, дай бог, чтобы клапана не загнули. Не знаю, какого года машина. Что у нас тут? Год у нас получается 19-й, раз девятка, да, последняя. Не видать, короче. Вот он, девятка. Девятый год. Ну, говорят, после 18-го года не гнет. Ой, 19-й год. Все, сейчас тогда откручиваем шкив снизу. Снимаем ремень. Так, ну вот пистолетом. Головка на 17. Открутили защиту вот эту вот и сняли шкив. Так, все, сейчас и снимаем вот эту защиту, вторую половину. Также один там на помпе. Здесь это один в середине и, по-моему, там снизу. Или снизу там нет. А, снизу нету. Вот эти еще два. Вот на помпе он там один и вон он один. Вот эта защита снимается на трех болтах, держится. Вот болт, вот и вот один еще. Все, теперь ключиком на 15. Откручиваем натяжитель. Сейчас его совсем уберем. Так, все, и вытаскиваем ремень. Ну вот у нас ремень, вот зубьев нету. Потом пошли дальше. Вот нету, вот сколько нету. Ну зубы здесь то ли от времени, то ли как. Они вот они, прям отпадают. Так, вот взяли сразу на генератор новый ремень. И ДРМ-овский. Так, сразу ролик. И сам ремень. Так. Смотрим теперь причину, почему, что у нас помпа крутится, ничего не подклинивает, не болтается. Значит, от времени, значит, порвался ремень. Все, сейчас здесь все продуваем воздухом, чтобы все чистенько было. И ставим новый. Так, ну вот поставили ремень. Метки у них вот здесь так же, как на старого образца должна быть. Вот меточки.
снизу, вот они, метки. Вот точка. И там на отливке тоже полоска. И натягиваем ремень роликом. Вот, чтобы вот в это окошечко попадало вот в это вот. Кто она? Совместить, короче, надо вот эти вот метки. А коробка здесь уже нового образца стоит. Уже нету этого рычага. Нового образца стартер уже вот с этой стороны. И рычага нету там, чтобы проверить. Ну и все, сейчас прикручиваем шкив и пробуем заводить. Так, ну вот поставили шкив, ремень сразу на генератор одели. Ремень девается также отверткой, поддерживается и крутится. Натяжителей нету никаких. Прокрутили два оборота, чтобы метки посмотреть, уж ли нет. Все нормально. Ну давай, запускай. Ну все, ништяк. Клапана не загнула. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся. Все.